Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш Кудайберген основательно подготовился к поздравлению своих дорогих в двух странах двойным подарком. 1 мая в Российской Федерации отмечается праздник весны и труда, а в Казахстане – праздник единства народа Казахстана. И вот к этим праздникам артист покажет новый клип, который он успел анонсировать у себя на странице в Инстаграм. Дорогие друзья, сегодня вечером в 20:00 по времени столицы Казахстана состоится официальная премьера моего нового музыкального клипа на моем YouTube-канале. Надеюсь, вам понравится. В этот раз, увы, ничего о новом клипе не известно, в отличие от других музыкальных видео артиста. Когда снимали «Любовь уставших лебедей» и «Знай», были анонсы с фотографиями процесса съемки. Но мы поделимся с вами, друзья, несколькими звездными секретами о будущем клипе. Называется он «Across Endless Dimensions» – «Через бесконечные измерения». Музыка – Пьер Джузеппе Зая, текст песни – Антонелла Маджо. Понятно, что Димаш Кудайберген будет петь в интересном наряде, уже знакомом и эффектном белом пиджаке с темными линиями, который известен нам еще со времен концерта в США. Создатели фильма «Creators of the Past», скорее всего, помогли артисту и со спецэффектами от Art Universe. А вот люди, которые принимали участие в создании клипа. Особая благодарность Линде Антониетти, Марко Кастеллани, Элеоноре Фанни, Андреа Торана, Пьер Джузеппе Зая. Получилось отлично. Димаш спел песню для фильма, а ему помогли со спецэффектами. Только непонятно, когда Димаш успел все это провернуть и сняться у итальянских мастеров. Скорее всего, артист выполнил часть съемок перед зеленым экраном у себя дома с помощью казахстанских специалистов. А потом был добавлен фон от итальянцев. Такой прием уже не раз использовался при создании видео артиста и с парфюмом DQ и к песне «Знай». Судя по времени выхода клипа, все идет по плану, с точностью да наоборот. Как вы помните, сначала должна пройти премьера фильма «Creators of the Past», а уже потом премьера клипа. Но премьера отложена, а по времени уже пора показывать отдельный клип с музыкой из этого фильма. Получается, что певец выпускает официальное видео раньше, чем выходит сам фильм. Ну что ж, это даже лучше и для Димаша, потому что он будет первым, и для создателей фильма, потому что зрители будут подготовлены. Во всяком случае, многомиллионная армия Диас Димаша. Кстати, будет очень интересно сравнить работу итальянских мастеров с работой режиссера клипа «Любовь уставших лебедей» и «Знай» Алана Бадоева. Одно радует – Димаш не будет стоять под ледяными водопадами в холодной Исландии, и уж точно лицо артиста не будет перемазано белой краской, а массовка не будет стоять по колено в холодной воде и не потратятся миллионы долларов на создание видео. В предвкушении премьеры зрители уже пишут восторженные комментарии. Карен Валериана написал: «Вау, отличная новость, Димаш, я так ожидал эту невероятную песню, она великолепна, она не из этого мира. Я очарована, привет из Аргентины, да благословит тебя Бог». Олжас Касенов: «Вы заметили, Димаш был в чате?» «Да, был и передал всем привет. Вау». А вот послание из Мадрида. «Италия ждет. Всем привет. Димаш, привет огромный. Елена Черненькая. Димаш, ты воплощение божественной любви». Вот так, друзья, ждут премьеры во всем мире. Осталось немного. Желаем всем приятного просмотра. Но, друзья, остался еще один подарок от Димаша. Это трансляция концерта Димаша Кудайбергена «Ди Династия» в Кремлевском дворце в пятницу 1 мая в 15:45 на канале Хабар. Не пропустите, друзья! Всем большой рахмет и отличного настроения! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».